Всем привет, друзья! С вами Евгений Карташов и сайт «Фотомонстр». В последнее время очень модной стала съемка в так называемом неоновом свете. Что это значит? Это использование цветных фильтров на источниках света. Но дело в том, что цветные фильтры больших размеров, они достаточно дорого стоят. И я сегодня расскажу, как фотографу выйти из положения совершенно без вреда для своего бюджета. Что я для этого использую? Сейчас покажу. Для этого я использую вот такую цветную бумагу, гофрированную, которая продается в магазинах для творчества. Например, в Леонардо или каких-то еще, где продаются товары для рукоделия. Вот эта бумага шириной 50 сантиметров и длиной 2 метра. Ее вполне можно повесить на стрипы. То есть я перекрыл стрипы, вот один, вот второй, вот такими вот бумажными полосками. Закрепил их обычными канцелярскими зажимами, которые тоже можно за копейки купить. В качестве источников у меня использованы, так, сейчас я разверну, чтобы вам было видно, использованы стрипы размером 35 на 120 сантиметров. Ну и давайте мы сейчас свет поставим и попробуем сделать несколько кадров. Один источник у меня будет работать как контровой. Так, сейчас я его поставлю. То есть вот отсюда он у меня будет светить на модель. Точнее, это не совсем контровой, потому что нам нужно будет все-таки переходы получить больше даже и на лице. Поэтому я чуть вперед его вот так вынесу. Хотя лучше отодвину модель. Оль, вот чуть-чуть назад сделай шажок. Ага. Вот так он чуть сбоку будет у меня светить на модель. То есть больше боковой даже, чем контровой свет. Ну а вот этот источник будет использоваться в качестве основного. Так, сейчас я его подвину. Так, чуть его опущу пониже. То есть сделаю угол чуть пониже и подниму. То есть вот таким образом он у нас будет освещать модель. Так, ну и контровой источник тоже надо будет нам поднять. Вот так его поставлю больше спереди. И этот источник тоже подниму. Вот так. Включаем наши моноблоки. В последнее время я использую новые моноблоки Godex. Модель DP600 Mark III. Эти моноблоки имеют мощность 600 джоулей. И достаточно широкий диапазон регулировки для данного ценового сегмента. Он составляет целых 7 ступеней экспозиции. В моноблоках конкурирующих фирм за такие деньги вы не найдете ничего подобного. Кроме того, моноблоки Godex они оснащены системой беспроводного управления, собственной разработки Godex, и что позволяет управлять ими прямо с камеры. То есть на камере стоит синхронизатор, и с него я управляю мощностью. Очень удобно. Данные моноблоки мне предоставил интернет-магазин «Фотопроцентр». Ссылочку на них вы найдете в описании под видео. Так, ну для начала я поставлю мощности источников где-то на среднее значение. Ну, давайте примерно начнем с 1/16. Как видите, я делаю это прямо с камеры, с синхронизатора. Ну давайте посмотрим. Для наглядности вообще-то я сначала отключу источник контрового света, то есть у меня будет работать только основной. Делаю снимочек. То есть сначала нам нужно подобрать мощность основного источника. Ну, в принципе, достаточно, хотя при таком освещении трудно судить по экспозиции. Ну, давайте я сделаю мощность чуть побольше. На ступеньку добавлю до 1/8. Вот мы с вами получили такой характерный красный цвет. Теперь включаю второй источник. Опять же, не подхожу к нему, а работаю прямо с синхронизатора. Включил. Мощность на нем также 1/16. Давайте посмотрим. Проверим срабатывание. Все хорошо. Да, мы получили такой легкий
синеватый цвет. Так, но все-таки мне надо источник больше развернуть. Скорее всего, вот так я направлю, потому что волосы у модели они немножко перекрывают. То есть, чтобы вот так одна часть лица была освещена у меня светом вот от этого источника. Снова делаю снимочек. Оль, так локоть нехорошо смотрится. Ага, давай так попробуем. Так, да, вот вижу, немножко прибавляю мощность. То есть синий цвет у нас он более плотный. Поэтому я на ступень прибавлю. До 1/8. Вот, уже вижу отличный результат. Так, ну и еще можно чуть-чуть прибавить. На 2/3 ступени. Да, хорошо. Ну, давайте еще попробуем добавить, чтобы был посветлее этот цвет. Я прям добавлю еще, наверное, на ступень сразу. Так, Оль, так не очень хорошо. Чуть одну руку. Да. Угу. Вот, отлично. Да, ну вот теперь мы получили тот результат, который я хотел. Давайте еще постреляем. Отлично. Подойду поближе. Да, замечательно. Как видите, без использования дорогих цветных фильтров мы получили очень хороший, интересный эффект неонового освещения, которое сейчас снова в моде. Если вы хотите освоить другие фишки работы со светом, рекомендую к изучению видеокурс «Студийная фотосъемка с нуля», где я от простого к сложному рассказываю все премудрости студийной фотографии. Проходя этот курс, последовательно, урок за уроком, вы не только научитесь фотографировать в студии на профессиональном уровне, но и соберете себе отличное портфолио, которое будет вас продавать. Ссылочку на курс вы найдете в описании под видео. На этом у меня на сегодня все. С вами был Евгений Карташов и сайт Фотомонстр, Ольга Альберти. Если вам понравился урок, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!